Будет ли ядерная война? Первая часть. Сегодня не утихают вопросы. Будет ли ядерная война? Мы можем сказать точно. События, которые произойдут в ближайшем будущем, будут намного страшнее ядерной войны. И библейские пророчества подробно описывают это. Христос открыл шестую печать. Она описана так. «И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение». И солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. Ученые сходятся во мнении, что это описание ядерной катастрофы, которая вскоре потрясет всю планету. Сегодня мир находится на грани этого события. Мировой коллапс превратит Землю в выжженную пустыню. Последствия ядерной зимы будут катастрофическими. Дальше Иисус снимает седьмую печать, которая открывает, каким катастрофам подтолкнет этот ядерный коллапс. Апостол Иоанн описывает семь труб апокалипсиса. При звуке каждой трубы Землю сотрясают катастрофы невиданной ранее силы. Первая труба, град и огонь, смешанные с кровью, пали на землю, и третья часть деревьев сгорела. Вторая труба, третья часть моря сделалась кровью. Третья труба, падение астероида, воды стали горькими. Четвертая труба, поражены третья часть солнца и луны. Пятая труба, еще одно падение астероида, которое отворит бездну, и оттуда выйдет все то зло, которое Бог закрыл при потопе. Шестая труба. Были освобождены четыре.